Итак, Диснейленд. Вата полная, как оказалось. Я сюда опоздал лет на 15. Собственно, одни дети и Диана. Диана рада, конечно. Вот. Я не очень, потому что я ожидал больше. Очень маленький парк по сравнению с Бушгарденсом. Горок фактически нету. Была одна в начале, сам на ней проехали, пока что ничего лучше не было. Собственно, тут 4 более-менее таких пугающих горки. И то, как бы, ну, пугающих, может быть, для маленьких детей. Для тех, кто ездил на нормальных горках, это уже не горки. Это уже так себе. Вот. Ну, в общем, тут куча всяких бродилок, каруселек, чашечек. Вот, как вы видите. Может, на чашечках покатаемся? На чашечках? Давай сначала дойдем до туда, а потом уже всякой фигней будем заниматься. Кстати, не так уж и дорого здесь по сравнению со всеми остальными местами. Поесть можно. Вот. Вот Диснейленд. Вон на той штуке, собственно, нам туда и надо, наверное, обратно. Направо. Очень маленький парк, сравним по размерам с Гафури, может, чуть больше. Даже ботика нету. Ботик там. Колеса обозрения нет. Ботик — это было бы самое крутое развлечение здесь. Из бочери за километровку на него стояли. Да. Надо им сказать, что у нас есть парк. Свое развлечение, да. Нам бы просто столько туристов, и все, и у нас бы деньги рекой текли. В общем, вот тот самый легендарный замок, да. Если это самый большой Диснейленд, то мои мечты рухнули. Павильон.